Я тебя снимаю. А нафига? Да, нифига узнает. Так, на память. Вот заткнись. Будешь показывать этот, своему любимому. Ага. Что ты делала здесь? Чем занималась? Прям любимый. Разлюбимый. Не пересоли только, не пересоли, пожалуйста, аккуратно. Все, 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 все. Очень много соли. Разлюбимый. Да, да, три его. Ну, не весь, да, так. Он говорит, будет чувствоваться. Надо сюда немножко томата, Мария. А зачем? На доску с помидоров. Ну, мы же не пиццу делаем. Мы уже нет. Да не, не надо томат. Пирошурму делаешь. А что ее тут делать? Большого ума не надо. Слушай, только хватает мозга. Не, ну просто спрашиваю первый раз. Ты будешь видеть, как я делаю. Ну, конечно, тут особо мудрствовать не приходится. А чё ж ты тогда неправильно скручиваешь ее? Ты крути до конца. Ну, мы ее разрежем, до конца крути. Она будет очень высокая. А вот так это... они же будут ее рулетом есть. Че, мудрствовать не приходится, ну как шаурму скручивать не в курсе. Ну вот, скрутила, все. Все, теперь попала мой разрез, чтобы на сковородку она поместилась. Сейчас ее обжарим. Может, на доли? Раз. На три давай. Ну, два, чтобы на сковородку поместилась. Вот, раз. Главное, чтобы на сковородке обжарилась. Может, на две доли бы она поместилась или нет? А на какой сковородке? Ну, то на этой, которая вот там. Раз. Ну, только две поместятся. Ну, давай две обжарим. Да. Да, сейчас. А эти потом обжарим. Два. Жарь. Давай.